Всем привет, ребят! Это будет отдельное видео про то, как мы сейчас полетим на воздушном шаре. Куда, не знаю, зачем, не знаю, но мы полетим. И страха не чувствую совсем, больше интерес и дискомфорт от этого очень жесткого жилета. Сейчас будут Колю еще упаковывать, посмотрим. В общем, не забудьте сразу сходу поставить лайк, написать пару комментов. В конце, возможно, нас уже не станет, тем более, и будет поздно писать комменты. Со стороны сниму, вот как кто-то взлетает как раз. Снаряжаем Колямбика. У него другое какое-то снаряжение немножко. Они думают, что за худой сыч? Они думают, ты кормишь его? Что это такое? Как на него эти ремни? Как я бы ничего вообще? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы даже не знаем, что это такое. Смотри, глаза и так далее, да. Скажи, закрепим, будем держать, покажи. Покажи, будем держать ее рукой, скажи. Не, он показывает, что он не застегнул мне жилет, Коль, все нормально. Жилет не застегнут, ему не нравится. Очень четко здесь контролируют, я вам скажу. Он прям 40 раз проверил все ремни. Он очень жестко все затягивает. Видите, снаряжают прям, ну, по жести, так скажем. У Коли какое-то менее уверенное снаряжение, чем у меня, честно вам скажу. Все, пойдем. Потому что упадет. Все, мы реально применим денег. Вообще ужас. Все взяли, чехол, главное, взяли помпу, выложили, заглушку повесили. Все летит, канарок. Трусики спали с него, я не могу. Такие трусики на нем. Остаемся пока. Ждем. Будем просто слушать инструкции. Я же говорю, мне нравится, что нужно закрепить на нем. Вот видишь, что ему не нравится? Очень уверенный закреп идет. Потому что она в воздухе может улететь и в лицо, знаешь, вот эта штука, кому-то сумка. И пальцем аккуратно. Угу. А насчет очков вроде не знаю. Главное, темно уже, отлично. Очки нет, конечно, не надо. Все топ. Ну, я, в принципе, если сейчас... этот город лес, то мы волки. Женщина говорит, glasses, don't see my glasses. Он говорит, нет. Она говорит, блин, 5000 стоит. Началась суматоха. Мое мнение, что будет пальцы. Очень больно сидеть. Я, скорее всего, не смогу, но мне говорят, все будет нормально. Они подвесят, и все будет нормально, типа, я не понимаю. У меня рост 300 метров, вы не забыли, ребята, кто тут у нас великан? Кто первый, кто второй? Лобасик провожает нас. Мы идем, ребят. Begging you,
Не боялся, у меня минус вся кожа абсолютно. Главное, что Полина, возможно, что Склера в порядке, все ради вас. Рисковали телефоном, по-другому не получилось. Рисковали, потому что по-другому просто вырывалась камера. Я угораю, что в айфоне нет режима блокировки экрана, чтобы съемка шла, и не смущала. Как минимум, я его не нашла. Да. Ребята, ну что ж, вот наш новый друг. Первая собака, которая когда-нибудь с нами пообщалась. Нормально? Так, я хочу вам показать, что это так, кстати, здесь произошло. Вот последствия пары сервиса вашего. Да, сразу пришло вылезть экраны. Ой, ребят, блин, это жестко. Поэтому Коля посадили вперед, что человек, который следит, принимает на себя основную тягу, вот эту силу тяги, и его вот так приспандуривает. Видите? У меня, в принципе, все в порядке. Спасибо главное, вам большое. Коля расстроился, переживал, что склеру мне чуть не повредили. Ее же вообще повреждать нельзя. Вот, могли бы меня повредить. А мы говорим, почему его вперед, типа? Они говорят, так надо. Мы, ну ладно. Слава богу, спорить не стали. Короче, ребят, теперь мы хотим на лодочке на час с мужичком поплыть в открытое море. Поэтому, ребят, спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Рассказывайте, попробовали бы или нет. Пару советов сейчас дам. Ну, самый главный совет – одевайтесь. Не летайте полностью голыми, вот как мы полетели, видите? Надо какую-то хорошую одежду, которая не позволит вам повредиться. Это определенно важно. Кстати, я вырвала клок волос. Вот, смотрите, вот это все я вырвала. У меня как ты. Такое бывает. Вот это все я оторвала, представьте себе. Вот я без вот этих волос. Короче, ребят. Ребят, у нас HDMI стоит, или как это называется, склеру. Оно так обводит жестко, страшно. В жизни это так не выглядит. Видишь, да, у меня стоит такой фильтр, но он улучшает качество. Это в первую очередь сделано, чтобы снимать вам закаты. В общем, ребята, одевайтесь, слушайте то, что вам говорят инструкторы, будьте осторожны, имейте в виду, что все это травмоопасно. Стоит того или нет, скажу свое мнение. 3000 бат за двоих, 1500 бат гидроцикл, 5 минут и 10 синяков, либо 30 минут на гидроцикле, а не на квадроцикле, на гидроцикле, с огромной скоростью рассекаете волны, все вот это пространство разрешено рассекать. Я, конечно, выбрала бы гидроцикл. Я бы второй раз вот на этом не полетела. Знаете, что прикол? Вблизи ты увидишь эти все объекты, а так ты, в принципе, то же самое примерно отсюда видишь, если честно. Да, да, да. Ничего такого. Да. Если вы боитесь высоты, хотите побороть свой страх, взлететь на воздушном шаре, окей, я высоты вообще не боюсь, я особенно сильно ничего, кроме сжимания очка, не почувствовала, именно в буквальном смысле. Вот, а так, ну прикольно, прикольно, просто гидроцикл в два раза дешевле, в шесть раз дольше и совершенно не так травмоопасен. Блин, а где же мои очки? Всем спасибо, очки за 5000 гривен пропали. Все, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Пишите, и колокольцем, колокольцем, на канал, колокольцем, а то зажму вам колокольцем.